Я ебнулся. Бля, ворон мудак. Короче, пошли все нахуй, я всех заблокировал, потому что все мудаки. Меня все кинули сегодня, я еду домой. Пошли все нахуй. Заебали меня. Просыпайся, девушка. А он на какой станции уходит? Вот такая необщительная пизда. Ну, видимо, она, блин, левая пизда. Эй-эй-эй. Блядь, ну, что еще можно метро снимать? Только лишь долбоебов. А вы забыли пакет? Возьмете с собой? Или это бомба? Никто не отвечает. Это ваш пакет? Ваш? Ну, вот какие-то, блин, эти... Салаты, блин, не знаю. Ребята, это ваш пакет вот там стоит? Успокойся. Привет. За бабушка считает газета «Жизнь». За них держись. Ну, значит, халявный фриган. Смотрите на это. Называется. Я тебе тут сами настоящее качество. Чё бы нет. Вот новая станция метро, мы исследуем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Прохор. Всё хорошо. Выдвигаемся. Нахуй дисходки пошли все в жопу. Работникам и также обычным людям.